ხარჯი ბაჩმაძე ფასნაკურებოთ მე თანაშკო სანდინე ტალაფაძე და ეს ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ პრინცპერსის The Sand of Time-ის თამაშს. კარგი დავიწყოთ. ჩვენ უკვე ვართ, მეორე პირველ ტურში ვართ ისე, მაგრამ ეს უკვე მეორე ვიდეო როლია. ასე მე დავდები. Хо, გადავხდები და ნელას დროს დავამოკლებ. И вот он лежит в недосягаемости. Кинжал времени. Там находится сокровище, которое я носил бы с гордостью, как трофей, свидетельствующий о нашей победе. И если бы я только мог добраться туда. Ану, и Карисо, и Кинжали, и мисс Дроис Кинжалио. Дроши, дророши анелос, и мисс Кинжали Арисуда, унда ми видет и камде. Ай, нахи такара тарга, кете були, кола фери. Аки, ай, амери, и сни хуте ваак. Сали Арисуди Арисда. Зоби, а миссис Мерубы, ане бевда, Принц оф Перце, Санд оф Тайс Таус, Роберт Гадио Дуисиас, да, мере... ძალიან ბევრი დაკარგეს ვინც დაანება და ძალიან ცუდი არის. იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო თამაშია პრინც პერსის საერთო სერიებში და კარგი თამაშია. ახლა კი უნდა გადავიდეთ, აი კიდე უნდა გადავხდეთ ასე და სულ აი კიდე უნდა გადავიდეთ. სადაც ჩუკი ჩუკა აქინას გამოგვივიდა ესენი. ნელა ნელა ნელა. Ай, ясе. Ух, схвала, ухвала, ухвала. Ам... Песица, да ухвала, умере, миндар, удавистал. Чем дай миндар, удавистал. О, ирвели мафии, да ухвала. Тамаши, мафия, за лост... Мафия, лост хайл. Карги тамаши, я, за лиан. Миндар, удавистал, мафия, да ухвала. О, да, ахвала. И... Мере, да ухвала, ухвала, видео мимохилу эпс. Авакетев тамашебзе да нелела ჩვენს ნელელა რო ახალ ახალს მოვიგონეთ, რა თავარია ჩვენ გვყოდეს ჩვენი მაყურებელი და ჩვენი ეგული მაყურებლები, რომ სუბსკრიბენ, ლაიქებს აძლევენ და გააქსელონ ვან ფეისბუქზე ან ანაკლასნიკებში და ან იქ ან და სხვა სოციალურ ქსელებში როგორც უნდათ. Когда мы вдвоем хаос, он дагуйчирот, он хари да уйгот эртат. Песок. Я получил то, зачем пришел. Пришло время уходить. Сейчас. Отец, я принес нам честь и славу. Ваше Величество, вы обещали, что я смогу выбрать любое из сокровищ Магараджи. Я выбираю этот кинжал. Ну, ты же не можешь отнять у него трофея его первой битвы. Ты можешь выбрать из остальных сокровищ Магараджи. За исключением этих песочных часов. Они станут замечательным подарком султану Азада. И за исключением этих экзотических животных для его зверинца. Да, этого должно быть достаточно. Я хочу, чтобы ни одно животное не пострадало, пока я не выбрал их. И пусть все знают, король Шахраман – милосердный победитель.
Нельзя доверять человеку, предавшему своего пленителя. И нельзя брать его к себе на службу, он может предать и вас. Я познал мудрость этого изречения на себе в тот день, когда мы прибыли в Азад в качестве почетных гостей султана. Друг мой, твой визит — великая радость и честь для меня. Если бы только ты дал мне время подготовить соответствующий прием. Сокровища Азада известны во всем мире. И... Но лучше еще впереди. Я дарю тебе песок времени. Да будет дружба между нашими королевствами столь же долгой, как само время. Песок. А почему он светится? Я могу сказать вам, внутри этих песочных часов находятся сокровища, подобных которым не видела еще ни одна живая душа. Только кинжал может открыть песок времени, и он принадлежит человеку более великому, чем я. Юному принцу, который более дорог своему отцу, чем все богатства Индии. Возможно, он сделает одолжение. Нет. Нет! Остановись! Это так и должно быть? Отец! Дай мне кинжал. Нет! Ты выпустил песок времени. Я могу исправить то, что ты наделал. Дай его сюда, немедленно. Каждый раз, когда я сбивал их с ног, они поднимались, чтобы сражаться опять. Я скоро понял, что забирая при помощи моего собственного кинжала песок, что питает их, я могу освободить их от этого состояния живых мертвецов. Кинжал!
спрашивали, что он это сделал. Сейчас там ошибка не так уж и...